О менее заметных, но значимых новостях региона сейчас коротко расскажет мой коллега. 24 семьи из села Гастелло улучшили свои жилищные условия. Им вручили ключи от новых квартир в 12 современных одноэтажных домах. Сахалинцы переехали из аварийного жилья, переселение организовали бесплатно в рамках федеральной программы. Помещения сданы под ключ, в них выполнена чистовая отделка, установлены межкомнатные двери, водонагреватели, кухонные плиты и сантехника. Напомним, по итогам прошлого года обновили жилищные условия более 4000 островитян. Подъезды проверят на качество выполненного ремонта. Мониторинг стартует в этом месяце. Уже составлен график согласно проекту «Управдома». К мероприятиям привлекут старших по домам и общественников. В комиссию также войдут Министерство ЖКХ, Фонд капремонта МКД, ГЖИ, Дирекция по реализации программ в сфере ЖКХ, администрации районов и управляющие компании. В мае ревизии запланированы в Тамаринском и Долинском районах. Там завершены работы в трех входных группах. Всего в регионе приведены в порядок около 100 подъездов. В Корсакове следователей поздравили с профессиональным праздником. 6 апреля исполнилось 60 лет со дня образования ведомства. В портовом городе наградили лучших сотрудников за доблестный труд и высокий профессионализм. Почетную грамоту вручили майору юстиции Анастасии Яцемирской. Благодарственного письма администрации удостоена младший сержант юстиции Юлия Артюх. Традиционно объявлены приказы о присвоении очередных званий сотрудникам органов внутренних дел. В областной библиотеке прозвучали лучшие произведения Сергея Рахманинова. Исполнили их в рамках литературно-музыкального вечера «Я русский композитор». Мероприятие приурочили к 150-летию со дня рождения автора. Гостям рассказали о творчестве именинника и познакомились с книжной выставкой «Я всегда буду играть для России». Прозвучали композиции в исполнении преподавателей детской музыкальной школы номер 5 и ансамбля «Виола» детской школы искусств номер 2.